Здравствуйте. Здравствуйте. Всем привет. Здесь Полина живет наша. Сегодня 1 ноября. Утро, где-то часов 10. Я иду в гости. Ваня позже подъедет. Поехал по делам. А в гости я иду поздравить друга Ивана с днем рождения. У него сегодня день рождения. У нас традиция. Мы утром приходим без приглашения. Поздравляем. Я знаю, что с 8 утра нас уже ждут. Мы можем и в 8 прийти. Но сегодня вот так получается. Значит, сегодня день рождения у Ивана. Сегодня день рождения у моего родного брата Андрея. Привет ему большой из Крыма. Видео поздравления я уже кинула в YouTube. Сегодня день рождения у моей подружки Лены из Самары. Лена, привет тебе передаю. Ой, неудобно держать телефон. Передаю тебе привет. Вот, когда идешь. И желаю всем именинникам здоровья. Дорога уже сделали серединку. Розы все повыкапывали, вижу. Цветы все повыкапывали. Но, может, посадят еще. Жалко, тут были розы. Так, всем именинникам желаю здоровья. Здоровья и здоровья. Что еще нам надо? Так, по центру перекрестка переходить нельзя. Только по краю. Зачем снимаю это видео? Хочу показать погоду 1 ноября в Крыму. В основном. Сейчас пойду по Ваниной улице, по сельской. И там красивые такие розы у всех. Что я иду, и всегда мне хочется снять. Сейчас и сниму. Простите, что дергается камера, потому что при походке. Всегда это говорю. Так. Ну, значит, морозец у нас был несколько раз. Минус один, минус три было, наверное. Но листьев еще много зеленых. Желтые облетают, вот таким красивым ковром ложатся на землю. Листья желтые над городом кружатся. И под ноги нам ложатся. С тихим шорохом под ноги нам ложатся. И от осени не спрятаться, не скрыться. Листья желтые, скажите, что вам снится? Дождливых дней в этой песне дальше. И пускай дождливы часто эти дни в Крыму. Дождей не бывает. Дождливые дни для нас радость. А в ноябре в Крыму вот цветет настурция. Плющ, который в Сибири растет дома в горшках. Это абрикосик облетает. Народ на велосипедах едет. Здравствуйте. Ой, кедр какой красивый крымский. Называется крымская сосна, крымский кедр. Красивый. Его здесь сложно вырастить в степном Крыму, в жарком. Но оно тут в тенечке, поэтому. Так, ну пошли цветочки. Название цветочков я знаю плохо, поэтому ничего интересного сказать не могу. Ну, сами видите. Ну, вот бархатцы здесь совсем уже отцветают, а у меня еще такие жирненькие, сочненькие. Так как утро еще как бы пасмурно, утром был туман, а сейчас распогодится и будет лето-лето. Эти розы по улице сельской я снимаю уже не первый раз, но цветы можно смотреть бесконечно. Виноград еще вон у людей висит, несобранный. Ой, самые любимые мои желтые розы. А еще любимые розы, которые пахнут. Вот такой шикарный куст. Такой куст, кстати, был и у меня. Но я его жестко обрезала
и он у меня погиб. Я его не сберегла, очень жалею. Так как ноябрь уже и тепло, смотрю, виноград выпустил эти свежие листочки. Вот бывает тогда, когда природа чувствует, что осень будет долгая и теплая, то начинается новое растение. Вот, кстати, зизифус. Я вчера снимала видео про зизифус. У меня есть деревце. Вот это от него ребенок растет. Вот. У нас он, конечно, меньше, и вылезло 3 ребенка. И я их вчера пересаживала. Видео есть. Зизифус – это вещь вкусная. Вкусная и полезная. Ваня ходит, тягает, ест. Ну, считает, что от давления. Ой, какая красота. Вот какая красота огромная. Очень много бутонов назревает. Будут еще цвести розы. Я не обрезаю пока. Да, это посмотрю еще. Сегодня 1 ноября, 9 ноября ко мне прилетает подружка из Зеленогорска. Хочу, чтобы она посмотрела еще, как розы цветут. Тут вишня уже такая старая, сломалась. Что-то не убирают. Бедная прямо на ворота упала. Так, конечно, кому-то может быть и неинтересно это все смотреть, но я снимаю для тех, для девчонок, которые любят цветы. Даже вот такие вот люблю. Бордовая роза. Правая рука занята у меня. Я бы это в руку взяла, чтобы показать размер. Но у меня сумки в правой руке. Самые хорошие цветы – это розы. Начинают самые первые цвести и самые последние. Посмотрите, айва. Такая маленькая, и усыпана уже все. Айбой. Ой, а запах какой! Пахнет вкусно айвой. Вон виноград. Люди, смотрю, виноград не у всех далеко обрезан. Ой, не могу пройти. Ой, ой, ой. Ой, ой, какой хорошенький, голосистый. А наша не лает, паразитка. А тут такой хороший, голосистый. А он, наверное, с мамкой смотрит, что мамка лает. И он тоже лает. Черненький такой хороший вообще. Люблю собак. А тут большой живет, Алабай. У него там целый дворец. Стеклянный. Ой, прямо коттедж. Огромная собака. Ой. От одного голоса страшно станет, не то что от видео. Это вот около люди можжевельник. Кажется, ну, если я правильно понимаю, это можжевельник. Вот так все затянуло. Красиво. А это Ванин дом. Сейчас я буду заходить. Видео снимать не буду. Сейчас должен Ваня мой подъехать. И будем отметим день рождения. Посидим, чайку попьем. По-стариковски. Всем пока. Зашла к Ване.
Мой Ваня еще не приехал, поэтому пока мы его ждем, пошла собирать зизифус. У Вани большое дерево. А Ваня говорит: я тебе оставил виноград. Не срезал. И я вот подошла и ем виноградик. Ну, он уже такой, конечно, помятенький, суховатенький. Но все равно виноград. И кажется, это и забыла. Да. Это и забыла. Как же вкусно. Покажу сейчас. Зизифус пошла собирать. Так. Уже открыто. Так. Ноября. Вот какой у Вани зизифус. Высокий, большой. Розочки у Тани уже отцвели. Маленькая есть, но вот он. Зизифус. Не сильно крупный. Ну-ка. Нормально. В меру сладкий. Морозцем прихваченный. Очень вкусно. Розочка какая жирненькая. Вот у меня вот такие розы худенькие. Вот они жирненькие прямо. Так, ну ладно. Буду собирать. Сняла вам виноградик показать.